Я всех вновь, друзья, поприветствую. С вами Слайм, студия Киберарена ТВ. Ну и мы сейчас с вами будем смотреть практически уже сразу же матч Дания против Австрии. Кланбейс, Nations Cup, друзья, это Кубок Наций. И, естественно, куча-куча команд из Европы будут биться здесь друг с другом за первое место. Ну, не за первое место, пока что еще групповой этап, все сложно. Ну, вот на таких ивентах есть... Чемпионат, кстати, проходит в интернете, что немаловажно. И на чемпионате нет призовых. Естественно, например, лайнапы таких стран, как Швеция, Дания, могут быть слабже, чем обычно. Ну вот сегодня датчане, видимо, хотят официально поиграть. Зоник тоже мечтает пообщаться на датском языке. Так и в Германии тяжело. Но у нас уже рестарт, и сейчас будет knife раунд. Knife раунд, посмотрим, на что способна Дания и Австрия. Но Австрии здесь явно нужно сторону выбивать повторно, чтобы все было окей. Потому что начинать в атаке на трейне негоже так. Эх. Но с другой стороны, вчера атака на трейне была просто великолепна. И ребята из Норвегии вытворяли просто все, что хотели с Литвой. Резали, убивали, бегали за ними, прыгали. Так, тут вот затыкали сейчас бедолагу Берри. Ну ты чё, хедшот поставил, хорошо. Просто хорошо. Ой. Ну что, 2-1. Австриец не сдается. Опс, зоника отправил, все, на шашлычок. И 1-1. Как нервничают парни. Ну вот, мечется СФМ. Ну и сторону, в принципе, выбирают себе датчане. Огонь, что сказать. Так. Вот. Теперь вроде все поставил на место. Австрия начнет в атаке, Дания будет начинать в защите. Ну, ждем рестарта, в принципе, первого пистолетного раунда. На нем посмотрим, что и как. Слэм, когда будет чемпионат за первенство в чатике? Не знаю. Жалко, Казахстана нету. Жалко. Ну, интернет. Интернет, что поделать. Лагает же, кто-то пишет. Друзья, дропов на сервер нету. Я, кстати, мониторю всю ситуацию. То есть, как идет поток, сервер мы используем Амстердама. Может быть, у вас просто до Амстердама какие-то чудеса случаются с интернетом. Ну ладно, все, давайте смотреть встречу в атаке Австрия. Ну и первый раунд у них через дом. Сотка, два человека, сотка это центр. И, как видим, Зи здесь уже срубает на среднем вагоне. Первого срезал, второй с ним стреляется, мало хп оставляет. 38. Ну дал инфу, плюс зачекал апдаун. Это, конечно, опасная тема. Я не совсем понимаю, что вообще сейчас хотели австрийцы сделать. Потому что они потеряли одного на центре, апдаун не заняли. Плент не убили, ну и Фреда оставили без бомбы на зелени. Он сейчас будет пытаться здесь один разыграть. При этом они открывают закрытый там на дальней дистанции аккордеон. Плюс хилпа приходит, ну и минус от Аркаши, конечно. Хороший Берри, аркада сотка, зелень Фред тоже прошел. Не, есть один игрок, в принципе, в спине замыкающий. Если сейчас удастся здесь Фреду прибежать вовремя и не потерять свои позиции, он может сделать минус 2, минус 3. Надо поспешить, чтобы ситуация игралась не один в один. Тут, как видим, все четко. Ха, лагает ХЛТВ, ну залез просто прямо под пятую точку к оппоненту, но не получилось. Так, пардон. Теперь здесь нужен один раунд. Не сюда. Ой, вот сюда. Да, не забыл я включить счет. Вот этот фриз с счетом. Не разобрался я еще с ним. Где Колон? Колон не играет сегодня. Не знаю почему. Просто не знаю. Серфер ключит, потому что он из Амстердама. Интересно. Ну да ладно, бомбу здесь поставили австрийцы. Сейчас один фастека. Я думаю, особо сильно не будут переживать игроки команды. Игроки команды сборной Дании. Совершенно спокойно, как видим, перестреливают. Пока размен, в принципе, не дали. Берри здесь только последний боролся с Максом. 2-0 в пользу датчан. 2-0. Сейчас посмотрим, что будут делать австрийцы. Нет, если они сейчас на первом бае... Кстати, респаун, обратите внимание, достаточно сносный, конечно, не самый ближний, но здесь есть определенный шанс успеть занять зелень, пробиться под лестницу. Под лестницу на закрытом. Могут они выйти первыми, хотя нет. Нет, выйдут. Вот если сейчас Владирок сможет это сделать, то все окей. Кстати, пинг пытаюсь посмотреть. Ну, тут пинг достаточно разнообразный, что у австрийцев, что у игроков сборной Дании. Давайте наблюдать за атакой. Выход уже прошел через сотку. Попытка отстреляться с пятой линии заканчивается тем, что Зи здесь забирает. Еще дропается бомба. Вот это печально, так бомбу, конечно, на Зи положили. Теперь он будет просто на горячего парня смотреть. Посмотрите, что делает Макс. Заходит в линк, его не видели. Дает минус на закрытом. В итоге разворачивается, но его тиммейты не сдерживают. Вернее, не его тиммейты. Оппоненты сдерживают нападение. И несмотря на преимущество в позиции, ситуация тупиковая.
у австрийцев, и весь их бай, в принципе, уходит в никуда. Не смогли они. Ну, не могут они стреляться с датчанами. Вообще, в Австрии были игроки сильные. Папст и... Если освежить... Вот освежите мою память, кто там в 2005-2006 годах отжигал. Вот Папста только помню. Единственный, наверное, игрок, который вот успел поиграть за Mousesports. Ну, я могу, конечно, ошибаться. Так, Гор. Да. Да. Эх, тут 3-0, повторное эко, выход в дом. Ну, вот Макс, правда, уже сразу открылся на трансформатор. Берри собрал. Вообще, агрессивные позиции от сборной Дании против эко. Ну, пока что еще это... Пока что еще эко раунду атаки читаемы. В начале игры. Но дальше будет хуже. Зи добивает Плоди Рокса, и это 4-0. Австрийцам нужно здесь что-то делать, что-то предпринимать. Ну, теперь на плохой респаун попали герои и... Ну, слоуплей. Нужен какой-нибудь слоуплей, потому что быстро играть не получается. Видно, что ребята, конечно, стараются, хотят сыграть как можно результативнее. Выходят, открываются весьма нагло, стреляются с линиями, но по стрельбе, походу, либо не дотягивают, либо у них начинается там какой-нибудь информационный вакуум. Они не понимают, кто что делает их тиммейт, и они друг друга не понимают. Так, тут пока что под моменталочку выход в упор, Пума. И чё? Кстати, лейнапы я не назвал, но давайте. Ну, вы, в принципе, их уже видели. Это еще Макс, Фред, Владирокс и Пума. Это состав Австрии, ну и у Дании. Все известны. Аркадион, Берри, СФМ, Зис, Зоник. Ну, вот об СФМ ничего не известно. Ладно, давайте смотреть за встречи. Пока что первая половина раунда, в принципе, прошла медленно. Опять же, высиживали под закрытым, ждали аркады в дом. Ее нет. Сейчас выход зелень, там СФМ на чеке. При том, что на подсадке. Очень-очень опасная ситуация здесь для игроков атаки. Как видим, один минус он дает. Хае второго парня там просто взрывает. Ой-ой-ой, стреляется с третьим. Это минус 3 на зелени. Ну и, в принципе, основное звено было уработано. А в этот момент Берри совершенно спокойно зааркадил лапдаун и снес игроков нападения, которые, походу, пытались... Выйти с плитом на вместе с тиммейтами. Но это называется уже... Как бы это уже не Counter-Strike. Это давай попробуем так, давай попробуем всяк. Австрийцам... Нет, конечно, это начало игры, но австрийцам здесь надо что-то явно делать. Делать это нужно сейчас. Потому что если они затянут... Датчане просто войдут во вкус, например, как сейчас это делает Зи после одного минуса. И фокуса по нему с двух девайсов он просто не уходит, остается стоять. Дает второй минус, это хедшот. Отброс флешками... Так, без зума пытался стрелять, но у него была такая ситуация, что если он он бы умер бы в любом случае, но если бы рискнул, мог бы еще убить. Берри пришел на помощь, минус 2, Макс ласт. Ну, Макс был замыкающим, видимо, смотрел спину, апдаун. Вот видите, один человек просто с ВП затормозил как бы всю атаку австрийцев. И ребятам не особо сильно повезло. Ну, виден такой перевес в уровне. С датчанами. 6-0, погнали. Сливаться, сливаться, еще раз сливаться. Вот бомбу не ставили два раунда. Сейчас начнется просто трагедия в экономике у нападения. Тут вроде бы и ситуация плохая. Датчане набирают, тут еще и денег нету. И вроде бы надо бай делать. Зи открывает что-то в раунде, плюс зоник. Ну, на апдаун сейчас. Ну, зоник, посмотри. Эх, не словил. Ну, Зи здесь, в принципе, скрипты всех собрал. Берри в упоре. Сейчас еще гранат туда прилетит. И, скорее всего, взорвет Владирокса. Да, так и происходит. 7-0 в пользу датчан. Так, загляну-ка я в чат, посмотрю, что там происходит. А, это стримовский чат. Да. Да, это чат стрима. А, ну что, 52 человека в чате. И все наблюдают за матчем. Ладно, давайте продолжать смотреть встречу. 7-0. И, по-моему, австрийцы либо отчаялись, либо решили перейти реально к конкретным действиям. Удомление шестой линии, попытка пробиться Пумы под башню. Но позицию он не сдерживает. Владирокс, вот нужно было здесь тоже кидать флешки, теперь будет выходить плохо. Очень плохо. Берри уже минус 2 в упоре. Сейчас еще будет, походу, перекрывать сотку, продолжать. Да. Вышел на Фреда. Ну, 4 в 3, СФМ, минус зелень и опять атака. Просто. Я вообще не понимаю, что они делать хотели. Я просто не врубаюсь, почему, когда они атакуют, чувак должен был занимать позицию под башней, и почему ему по зелени не помогали? Как бы это пространство именно так, с двух сторон занимается, и тогда уже легче просто дальше планы какие-то строить. Что-то с австрийцами явно не в порядке сегодня. Никак зоник им блины свои не отправил. Видимо, австрийцам не хватает колонна. Колон сменил гражданство. Купил шприц, напиши ник Колон. Нет, я этот угар вчера не забуду со сборной Норвегии. Думаю, вы тоже.
так. Ну вот здесь как инвалид последний игрок. Атаки выходит просто. Не знает, что делать. Пытается там убить Акрегдиона, не убить. Тут можно было не убивать, остаться. Времени-то все равно оставалось, Децл. 8-0 в пользу датчан. И Австрия пока негодует. Негодует настолько, что можно заплакать. Можно расстроиться. Давайте посмотрим, что на этот раз. Тут вот куча СГ, я вижу на барах. Видать, сейчас будет тотальное дымление и раскур оппонентов от Австрии. Ну и, в принципе, они это сделали. Готовят хаи. Опять все по калашам взяли. Снова стоят до контакта. Ну, шестой вагон заняли. Где? Почему? Вот, сабдауна не выпустил. Зим вообще отлично. Вот, наконец-то проходят на шестой вагон. Минус дают. Чек сотки. Было АВП. Есть инфа о плинте. И вот здесь вот молниеносная. Нужна просто стяжка в доме, чтобы попытаться стянуться к закрытому. И дальше попытаться поразводить, покачать защиту. Потому что они уже, как видим, бегают втроем. Сана Б пока что занимают КТ. Ну, позиция удобная, но закрытый все еще чистый. Ну, Бладирок здесь будет играть внимательно, потому что тут тоже, ну, как минимум 3 позиции, 4 прочекать. Но ждать не стоит, надо идти на шифте, идти вдвоем. Будет размен, пока еще на себя отвлекает внимание. Ну, вот он ждет с пятой линии кого-то, сейчас начнет прыгать. Все, его спалили, 30 хп, Кардион вил пятую линию, видит игрока нападения, стреляется с ним. Ну, и, наверное, сейчас просто взорвет. Нет, разменялись гранатами, выход закрытый, но слишком поздний. Опять затянули австрийцы с атакой. Вот сейчас просто подойдет туда зоник и начнет реально штопать. Вышивать крестиком по австрийцам. Ох, увидел верхний горб, ждет на обда... Ждет на верхнизе чувака. Так, прострел плунта. Видимо, там уже пакет. Да, пакет ставится Лудироксом. Попытка отойти. Зоник увидел, не убил. 2-3. Есть шансы затащить, но... Ну, вот Фред не выдержал. Выскочил, Аккордеон его присек. И позиция Лудирокса известна. Он за фейком, как видим, в принципе, его совершенно спокойно все пушат. Выходят, размен дает пози, но... Дефьюз бомба здесь уже обеспечен. Эх, ни единого раунда, что ли, Австрия не возьмет в этом матче. Негоже так разыгрывать. Надо на зрителя постараться. 9-0 в пользу Дании. Первая половина за ними. Ну, и они, если берут десяточку, это дефолтец получается. А если Австрия не начнет выходить к своим 5-4 раундам, во второй половине парням точно придется очень-очень тяжко перед болельщиками. Что же делать? Так, смотрим, раскидочка пошла по зелени сейчас. Макс, Нича, Зи, минус, СВП есть, разменяли, отлично. Вот Владирокс минус дал, СФМ врывается, но он белый. Куча-куча дыма на зелени, игрока так и выпустил. Но он играет внимательно, я думаю, здесь минус один он все-таки сможет дать. Да, минус один, дает, это минус два в его исполнении. За дымом увидел парня, добил. Ах ты ж, минус три, Пума даже не смотрит просто на зелень. Австрийцы что, вообще налево не смотрят? Я просто не врубаюсь, чему их учили? Посмотрел налево, посмотрел направо, как в России в школе учат, даже когда дорогу переходишь. А тут они налево просто не хотят смотреть. Они просто вышли и прошли все. И парни не заметили. Но это беда. Это реально беда, ребята. Просто ураган эмоций. Пока, кстати, все еще... Ой, там 0 на 10, Пума. Все понятно. Ну, наверное, сбежал просто только что из 7 класса какой-нибудь австрийской школы. И минусы не дает. Минус Фред. Тут, по-моему, уже Дания себе поставила задачу. Как минимум, одного парня привести к счету 0-15. Чтобы было все здорово. Так, Макс минус зоник. Ну вот Макс один дает размен. Его, кстати, мы могли видеть на... Ой-ой-ой, минус два дал. Красавчик, закрытый открыл, хорошо. Ну такие минусы спонтанные от него сейчас были. Это лишь говорит о том, что соперник уже расслабился. Соперник уже забил. Выходит СФМ и начинает карать. Ну вот молодежь в Дании тоже есть, да? Казнит одного из игроков, 3 в 2, в меньшинстве защита. Но если сейчас Берри потащится, вот звездный час СФМа. Минус один дал на закрытом, сейчас на попытка стреляться, боятся поджима. Но там, как видим, на позициях 3 игрока нападения сразу же стоят. И будет тяжело, СФМ проходит, видел пока что. Ой, опасный момент. Так, увидел за фейком, стреляется. Ну и тут, я думаю, Берри уже не пойдет. У Берри кольт, Берри играет на чек до последнего. Ну, агрессивный сейв, но засейвить не дали. 10-1, вот он первый раунд атаки. Неужели к 10 раундам датчан они все-таки созрели? Сейчас посмотрим, случайность это или все-таки смогут еще чуть-чуть взять. Так, я сейчас подключу микрофон, один момент. Подкрутил, что он вообще отвалился, развалился. Беда, наушники, просто беда. Ладно. Продолжаем наблюдать. За встречей. СФМ, Зоник, Зелень, Берри по центру. Пума ищет дом, как видим, Фред. Ну, это... 3-1-1 схема. СФМ, наверное, сейчас на 20-ке должен зачекать. На 20 секунде.
Нет, не пошел человек отдельно на 20 секунд. Там просто обычно подходит чувак. А, Берри же есть. Берри дает инфу просто. Походу тоже по сотке. Надо посмотреть, где он. Да-да-да, инфа по сотке от него есть, поэтому... В принципе, такого сплита с центром зеленью бояться не стоит. Аккордеон в Кумаре. Как видим, тут у него рядом есть один кореш. Я не знаю, видит он его или нет. Кумар, конечно, сильный. Фред минус Берри. Отлично открывает башню. Не чекали апдауна. ВП от Зоника не пригодилось. Зоник. Моментальный чек зелени. Ну и, походу, это будет сейчас прожим апплента вчетвером. Организует атаку. Австрия. Ну, достаточно удачно с разменами. Выходят 2 в 3. В численном преимуществе остались. Если будут ошибки, будет плохо. В упоре был парень. Нет, Зи увидел. Зи увидел чувака. Аркадион минус Пума. Фред Ласс. Шестой вагон. Австрия просто эпик за эпиком. Танцы за танцами, не знаю. У них, наверное, носки дырявые просто. Вот от этого они не могут нормально сыграть внимательно на плинте в поздней стадии раунда. Фред пытается тащить, как видим, не убивает. Еще флеш ест. Хорошую технику, кстати, сейчас Аркадион показал. Ну и Зи просто перекроют. Ну это 11-1, походу, что здесь Фреду ничего не светит. Пакета у него нет на руках, он подбирает. Ну и Зи, как видим, в плинте встречает. Распростертые объятия от Дачан, 11-1. Ну это прямо фулл трэш, друзья мои. Что еще здесь можно сказать? Так. Сенс у меня еще не настроен. Беда. Ужас какой-то. Так. Все. Снова продолжаем. Смотрите. Пока что в чат загляну, потому что здесь диглы. Я думаю, экшена не будет. Так. Австрийский краб, кто-то говорит. Слэм, что за уши? Ну, я сейчас даже скажу, как они называются. Называются они... Bear Dynamic и... Ну, такие комментаторские наушники хорошие просто. Вот, которые на мне сейчас это... Да, они на первом канале на микшере. Они под Тайфину голову, мне слегка неудобно. Так. Слэм, Пума уже рулон. Ну, Пума... Нет, 1 на 12, ты посмотри. Рулон это когда там... Вход в клуб открыт, когда у тебя 0 на 15. Ладно. 12-1 в пользу Дани. Австрия пока что терпит, терпит, терпит. Датчане давят изо всех сил. Налево, направо. Стараются как могут. И сейчас, наверное, будут уже больше стараться играть ва-банк, нежели... Ну, не получается у них играть стратежно. Вот первые 30 секунд они знают, что делать. Дальше все. Сейчас, кстати, Берри будет зажигать, походу. Да, Берри зажигает. Как видим, минус Пума. Ну, чувак, так к последнему раунду, по-моему... Обретет мотивацию написать квит в консоли и выйти из игры. Сейчас еще вот откроется чувак. Так, флешка пролетела. И Зи просто ждет, минусует Фреда. Ну, датчане уже просто наглеют. Ну, вот Макс думал почему-то, что чувак на башне. Но башня не пахла. Единица чистая, чек зелень, минус СФМ. Отлично, минус от единицы. Показался Зи, на него должен был выйти Бладирокс. Быстро отпушить. Отпушить ты должен. Ну что же, ты опять стоишь, гранату ешь. Зачем втыкать? Надо просто было пойти убить. Теперь уже поздно. Все, Зи совершенно спокойно дает минус из преимущественной позиции. Ну и потом вдобавок добивает Макса. 13-1. По-моему, сборная Австрия пустила жижечку сейчас. Причем тотально. Так. О, гляну тем временем. Комменты. Зи норм ОВП. Ну... Относительно. Здесь все относительно, друзья. Потому что это же миксы. Это миксы и... Даже если там хоть кто-то готовится к официальному матчу, то исход все равно не ясен. Как бы Зи может быть здесь сейчас бегать с ВП, а в официальных матчах за Nexus он его вообще может не брать. Зависит от того, как поставили приоритеты. Но, в принципе, здесь с ВП Зи совершенно спокойно расправились, проблем не было. Пока что серия катастрофических фрагов от датчан, но и австрийцы уже просто потекли. Они сдались, я считаю, и им придется сейчас не сладко. Австрийская маленькая лошадка, и ей придется не сладко. Хоп. Ну, тяжело Фреду, посмотрите. Зелень увидел, в упоре парня убивать не стал. Хотел, видимо, сыграть красиво, но для красоты требуется слишком много. Ну что, Дания в атаку, Австрия в защиту. Первая пистолетка. Друзья, это камбэк. Если это будет камбэк, это будет просто... О май гадэбал. Так, статистика весьма интересная. Пинг мы с вами смотрели. 46, 25, 25, 31, 18. Ну, нормальный пинг, единственный только вот у Берри. Но он явно в Дании. Просто Зоник-то точно в Германии играет. Сервер, кстати, походу немецкий.
Как я понял, сервера Nexus. Ладно, давайте смотреть первый пистолетный раунд второй половины. Защита Австрия, шанс отбиться от датчан невелик, но он есть, надо пытаться. Датчане же, как видим, сразу же прошли через дом, занимают лестницу, пытаются выйти в апдаун, вернее, будут пытаться, если уже не вышли, просто пока не ясно. Так, да, вышли, вышли с апдауна, и там, походу, глок. А Юсп на закрытый, ну да. Развод в апдауне, чек на пуму, выход в дым, и, ну, достаточно спокойный проход. Ошибка от австрийцев уже просто колоссальная, потому что не дали флеша, дали пройти. Совершенно спокойно, зонтик чуть не разбился, 11 хп, 5 в 4, но количество хп, в принципе, оставляет желать лучшего. Берри порвался в упор, выход от Макса, минус 2, зоник размен, 3 в 3. И все шансы у австрийцев есть затащить, потому что двух человек они уже зачекали. Осталось только выйти на Зи. 3 в 2 и... Ой-ой-ой, Зи как стреляется, добивает Плодерокса, выходит на дефьюзера, хедшот ставит. Третий игрок, какой фейл просто был, а тысяча сейчас. И Фред последний не знает, что делать, даже Фрид, наверное. Его ник правильно читается. Ну, побежал с ножом. Все, друзья, это 16-1 по ходу, потому что будет эко, и я даже не знаю, дадут ли датчане раунда австрийцам. Эх, такая вот игра. С одной стороны, конечно, прикольно посмотреть на нереальные фраги, но с другой стороны, не прикольно смотреть на эпичный фейл. Австрийцы потерялись, повелись на верхний гор просто кучей. Но это говорит о том, что они, когда играют, просто не общаются или мало общаются. Ну и что, последний раунд для датчан. Я думаю, на этом все огонь. Просто огонь. Вот будут сейчас фриды последнего с Лудероксом искать. И, скорее всего, найдут. Давайте посмотрим на Фрида. Будем болеть за его минус красивый. Смотрите, парень не стесняется и погибает. 16-1. Но это ГГ в пользу сборной Дании, друзья. Что еще можно здесь добавить? Ну, ожидали немного другого. Я ожидал, конечно, что Австрия немножечко будет играть... Ну, будет играть хуже, чем датчане. Но все-таки не настолько хуже, как здесь получилось. Ну... Пока могу добавить только то, что сейчас я ухожу в перерыв примерно где-то на час, минут на 40. Ну, еще ворвусь пару раз, наверное, с музыкой на трансляцию. И потом мы продолжим с вами смотреть матч Болгария против Румынии. Ну, там встреча будет сама по себе интереснее, счет будет не такой. Здесь же, опять же, скажу, что играют все 30 раундов, поэтому парни бегают. Но австрийцы имеют шанс все же еще даже себе выбить вот такой счет к 10 очкам. Вот 16-10 догнать. Можно даже 16-14 играть, в принципе. Но датчане, походу, хотят набрать сразу масс раундов в группе, чтобы потом дотащить. Ну, решать капитану, как играть и почему. Я с вами не прощаюсь. Увидимся буквально через минут 30-40 на матче. На следующем матче Румыния-Болгария. И оставайтесь с нами, никуда не уходите.